This conference will now be recorded. Еще раз приветствую всех, кто сегодня присоединился к нашему постоянному мероприятию «День карьеры». Спасибо, что присоединились к нам онлайн. Также приветствую всех, кто посмотрит нас в записи. И сегодня в нашем «Дне карьеры» примут участие представители компании IKEA, студии дизайна интерьера Indeezy.com, компания «Авалиремонт», а также директор учебного центра, специалист Дмитрий Юрьевич Гудзенко расскажет о том, как смотрит на подбор дизайнеров малый бизнес, и эксперт Кирилл Морозов, преподаватель практик по курсам компьютерной графики, расскажет об актуальных тенденциях в сфере дизайна. Все вопросы вы можете задавать в чат, я обязательно их задам нашим спикерам. Также их можно задавать голосом, когда будет время для вопросов. Ольга, будьте добры, погромче, а то не очень хорошо слышно, там много пожеланий. Чуть-чуть микрофончик либо поближе, попробуйте чуть-чуть. Ну, что-то очень сильно изменилось, когда включилась запись. Практически совсем не слышно, я думаю, что дело не в микрофоне даже. Нет, ну вот вас же слышно прекрасно, так что пошел звук. Да, у Ольги что-то после включения записи изменялось. Да, возможно. Как сейчас меня слышно? Сейчас чуть лучше. Говорите чуть громче, Ольга, тогда, я думаю, будет нормально у нас. Хорошо, буду стараться говорить громче. Прекрасно. Итак, в начале нашего выступления я кратко расскажу вам об учебном центре «Специалист». На рынке мы уже более 29 лет. За это время мы обучили около 1 миллиона человек, и мы на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России с высочайшим уровнем качества обучения, сервиса и организации учебного процесса. Наши преподаватели – это эксперты практики, которые горят интересом к своей профессии. Мы гарантируем для всех наших слушателей 100% качество образования. Этого мы добились за счет уникального сочетания бауманской методики преподавания и современных технологий проведения обучения, а также практико-ориентированного подхода. Современная тенденция рынка труда состоит в том, что сейчас работодателю не нужны люди с просто теоретическими знаниями. Сейчас ценится умение применять ваши знания на практике и выполнять реальные рабочие задачи. Естественно, наши курсы разработаны с учетом данного пожелания работодателей, и все они практикоориентированные, потому что сейчас нет смысла просто получить корочку, а нужно уметь применять свои знания и знать не только теорию, да, но и иметь определенные навыки. И мы вам на курсах обязательно даем реальные кейсы из практики. Мы в учебном центре «Специалист» понимаем, как важно поддержать начинающих специалистов на старте их становления в профессии. Потому мы организовали для всех наших выпускников ряд мероприятий, которые поддержат вас на пути к вашей работе мечты. Сейчас я о них поподробнее расскажу. Одно из мероприятий – это бесплатный курс «Успешный поиск работы в период кризиса и карантина». Его проводит наш преподаватель Ольга Юрьевна Светлышева. Она сегодня с нами на нашем мероприятии. Если есть какие-то вопросы, можно также задавать, и в случае чего Ольга Юрьевна обещала отвечать. Ближайшее мероприятие – курс «Успешный поиск работы» состоится 17-18 ноября. Записаться можно по QR-коду, сосканировав его, либо по ссылке, которую я чуть позже размещу в чате. Курс также есть на нашем сайте. Пожалуйста, сейчас доступен для всех, проходит живьем, можно сориентироваться, как составить резюме, как вести себя на собеседовании, если есть у вас такие вопросы. Также в рамках программы трудоустройства для тех, кто учится в нашем учебном центре или закончил у нас обучение за свой счет, вы можете получить консультацию в службе трудоустройства, написав либо заявку на почту, которую вы сейчас видите на экране, либо отсканировав QR-код и заполнив форму. Ссылки я тоже чуть позже размещу в чате для вас.
Могу сказать, что также мы сотрудничаем с нашими партнерами, так как учебному центру специалист доверяет свое обучение уже более 28 лет компании-работодателей, их сейчас мы насчитываем около 15 тысяч. Также те руководители HR-специалисты, которые прошли обучение в нашем центре, при подборе сотрудников отдают предпочтение нашим выпускникам, потому как сами убедились в качестве нашего образования. Все вакансии и стажировки от партнеров мы регулярно публикуем в наших соцсетях. Вы можете прямо сейчас подключиться к ним и сосканировав QR-код на экране, либо также ссылки я чуть позже размещу в чате. Сейчас я хочу передать слово нашему спикеру следующему, Дмитрий Юрьевич Гудзенко, директор учебного центра «Специалист». Дмитрий Юрьевич, вам слово. Спасибо большое. Добрый вечер. Меня хорошо слышно? Вас отлично слышно. Отлично. Значит, друзья, я буквально ненадолго, я тут скорее как не директор центра больше выступаю, а как тоже работодатель, потому что собрание по дизайнерам, и я немножко скажу, что дизайнеров мы готовим очень давно, и с чего все началось, что еще когда мы в 90-е годы начали учить Photoshop и Corel Draw, это было что-то современное, даже там Photoshop не был, только Corel Draw, вот, было понятно, и у нас начали приходить жалобы от работодателей, что люди владеют техническими всеми вещами, но не умеют делать красиво, не понимают в дизайне. И мы вводили специальные курсы основы дизайна, основы рисунка. И сейчас у нас их очень много, и дизайн рекламы, и много именно таких курсов подготовительных компьютеров. Потому что мы поняли, что давать просто инструмент человеку в руки, когда он не умеет им пользоваться, и это очень нехорошо. И вот поскольку я сам набираю дизайнеров уже лет 20, вот, и работаю с ними очень плотно, и повидал очень много их, я хотел просто рассказать, как бы немножко болью поделиться. И сейчас, в общем, мы тоже рассматриваем в том числе вакансии дизайнера в нашем центре, дизайнера рекламы. Вот все, что вы на сайте видите, в принципе, это вот вся, весь визуал, это как раз он и делает. Я немножко скажу, что я считаю важным для дизайнера рекламы. Самое главное – это умение отличать красивое от некрасивого. Потому что совершенно ужасно, когда тебе приносят что-то такое, что явно ну, не производит нормального на людей впечатления, где просто что-то сопоставлено. Ну, вот я всегда удивляюсь, как можно идти в дизайнере, когда ты не понимаешь. Поэтому, пожалуйста, если вы сомневаетесь, вы что-то сделаете, покажите знакомым. Если все скажут «Вау, круто», значит, вы умеете это делать. А если нет, значит, нужно этому учиться. Дальше. Очень важно это понимать логику того, что отображается. Почему? Потому что очень часто мы видим, что, например, какие-то одинаковые, по сути, объекты, когда мы размещаем на рекламном плакате, на какой-то картинке, которая что-то иллюстрирует, они идут в разнобой. То есть они одинаковые по логике, но почему-то разными шрифтами или разными размерами, или разные картинки какие-то по размеру непонятные. Вот. И наоборот, когда что-то важное, оно где-то на втором плане, что-то второстепенное на первом плане. То есть очень важно понимать, что главное, что второстепенное, это всегда можно уточнить у постановщика задачи. Например, если вам дают задание отразить, например, какую-то какие-то объекты, какие-то понятия, какие-то товары, которые мы рекламируем, всегда нужно спросить, на чем делать акцент. И тут опять, и очень важно, нужно понимать, какое впечатление возникнет у человека, когда он посмотрит. То есть, понимаете, вот с одной стороны у нас есть логика, левое полушарие, но очень важно правое полушарие, чтобы человек посмотрел на эту картинку, что осталось в голове. И вот тут мы подходим к таким вещам, как узнаваемость. Очень часто дизайнеры, особенно начинающие, они считают как бы ну, не стильным смотреть, что у других, как же так, я же не ворую чужие картинки, я буду все делать сам. И в результате то, что он делает сам, в рекламе не подходит. Потому что в рекламе нам нужно, человек должен сразу быстро понять, что ему продают, что ему предлагают. И, например, если он, если есть типичная какая-то картинка, которая отражает и четко ассоциируется у людей с каким-то объектом, предметом, товаром,
то, наверное, именно эти картинки надо использовать, а не пытаться что-то изобрести, потому что просто что не поймут. То есть для рекламы дизайна там очень важно все-таки это результат. То есть, чтобы это было узнаваемо, чтобы это быстро проникло в мозг. И что хочу сказать, что на самом деле дизайн очень важен, потому что даже вот когда мы говорим о том, что какая-то страница с текстом и так далее, текст вторичен и текст подчинен дизайну. То есть, если, например, вам говорят, нужно разместить много разных слов, а у вас не получается, вы говорите, слишком много слов, будет некрасиво, сокращайте. Тогда копирайтер ужимается, и текстовики говорят, ладно, оставим вот это, потому что иначе будет некрасиво. То есть, всегда приоритет – это впечатление, потому что как бы, люди все равно сперва смотрят, и одна картинка стоит 1000 слов. Ну, знание определенных принципов рекламных. Это курс дизайн рекламы, то, что АИДА, то, что нужно 3 секунды на то, чтобы человек посмотрел, сказал, да, вау, что это интересно, 30 секунд, чтобы он посмотрел дальше, а что ж там такое вот есть внутри, и потом уже спокойно он уже будет этим заниматься. И обязательно какой-то call to action, то есть должна быть какая-то обязательно действие, чтобы было понятно, человек посмотрел и что, просто восхитился, пошел дальше, это не художественная галерея, это рекламное объявление, рекламные какие-то материалы, и они должны четко объяснить, что значит, после того, как он посмотрел, нужно туда-то записаться, туда-то позвонить. Вот. Еще по неизобретению велосипеда. Такой вот я всегда пользуюсь таким лайфхаком, значит, когда мне нужно сделать и посмотреть дизайн на какую-то тему, вот, я набираю эту тему на английском языке, в поисковике, и смотрю картинки в Гугле. То есть я, как правило, смотрю, что есть на Западе. То есть у нас, к сожалению, очень многих людей я встречаю в разных сферах деятельности. В общем-то, ну, как-то вот, я понимаю, Россия – родина слонов и все прочее, но не желание и какой-то вот прямо панический ужас перед изучением опыта чужого, оно у нас у всех присутствует. То есть не, прежде чем что-то делать, обязательно надо это самое посмотреть, что делают другие. Вот. А что еще? Чисто практически. Я заканчиваю, конечно, много времени сажал уже. Значит, выполнение тестового задания. Мы очень часто сталкиваемся с людьми, которые говорят, нет, я ваше тестовое задание делать не буду, это все ерунда, вот я великий дизайнер. Друзья, понимаете, если вы хотите работать серьезной компании, вы должны понять, что никто из серьезных компаний не пытается вас развести на бесплатную работу, как правило. Почему? Потому что та возня с отделом кадров, с HR, с тестовыми заданиями, с проверками, она настолько велика и настолько трудоемка, что это просто невыгодно, понимаете? Но без тестового задания никто, очень редко можно понять, насколько дизайнер подходит для той или иной компании. То есть, особенно если в портфолио нет явных шедевров. Если есть явный шедевр в портфолио, конечно, можно делать тестовое задание. Вот. И все, что я говорил, это по дизайну рекламы, по именно картинке, которая должна передавать смысл. Для нас это очень важно, потому что в отличие от наших многих коллег, у нас товар нематериальный, и мы должны создавать образ учебных курсов. Вот картинка для Power BI, картинка для курса по оптимизации, например, поисковой оптимизации. Вот. Это же не просто подобрать такую картинку, чтобы она была действительно интересной и понятной, и при этом ну, не совсем уже сбитая. Вот. Другая часть дизайна, которая говорит о веб-дизайне, юзабилити страниц, потому что это тоже дизайн делает, этим я, к сожалению, тут не сильно владею, этим занимается наш начальник рекламного отдела. Значит, я надеюсь, что это краткое выступление, может быть, кому-то поможет в поиске работы и своей мечты. И напоминаю, что вакансия дизайнера мы рассматриваем. Если кто-то хочет делать такую рекламу, которую делаем мы, то мы радостно будем с этим человеком работать, объясним, что нам нужно, дадим тестовое задание. И если все понравится, все будет хорошо, возьмем в штат. Спасибо огромное. Вот, и я передаю слово настоящим выступающим. Я тут немножко как-то стесняюсь, что влез чуть-чуть без очереди. Спасибо огромное. Спасибо за ваше выступление. Значит, краткий комментарий. Все обещанные ссылки я отправила сейчас в чат. Если необходимо, можно по ним перейти. И следующий у нас выступает Кирилл Морозов. Перед этим я хочу уточнить у нашей аудитории, кто из вас является
учился или учится в учебном центре специалист. Пожалуйста, поставьте единички в чат, чтобы мы немножко понимали, да, как нам сориентироваться сейчас. Угу. Так, 4 человека поставили, 5. Угу. Так, сейчас пока, Кирилл, я передам вам права презентера. Ну, права презентера, может быть, мне не нужно. Меня же слышно прекрасно, да? Слышно, да. Ну, демонстрировать я на экране. Демонстрировать на экране, в общем-то, мне нечего сейчас. И тут, насколько я помню, мы подняли вопрос о том, как себя подать, да, для того, чтобы дальше можно было куда-то устроиться и прочее. И здесь, конечно, я бы сказал, что портфолио – это неизбежно, портфолио требуется, и явно оно не требуется ни на бумажке, и не с распечаткой ходить, что я умею делать. Да? Все-таки портфолио необходимо для начала собрать, и тут возникает сразу несколько вопросов. Первое – где собрать и где предоставить? Да? То есть каким образом показать другим, насколько у меня все хорошо, насколько у меня все получается. Опять же, вот Дмитрий Юрьевич сказал, показать своим знакомым, родным. Ну, тут я, наверное, все-таки сомневаюсь, потому что иногда некоторым показываешь и понимаешь, что как бы лучше бы и не показывать, потому что не все готовы вообще, в принципе, к визуальному дизайну определенному. Вот, иногда просишь там сфотографировать, и получаешь в итоге один потолок в качестве фотографии. Поэтому тут, наверное, надо выкладывать в какую-то более профессиональную среду. И если говорить о наличии портфолио и, в общем-то, общения, профессионального общения, я бы, наверное, все-таки рекомендовал платформу Behance. Это платформа от Adobe. Вот. И именно на этой платформе собираются все дизайнеры, все, скажем так, творческие люди, которые работают, во-первых, в этом же программном обеспечении. Второе – это креативные люди, которые собираются со всего мира. То есть это международная платформа. И вот, как опять же Дмитрий Юрьевич правильно сказал, конечно, посмотрев на зарубежные, понимаешь, что как бы вот в России как-то у нас еще с дизайном хромаем мы на эту тему, да, потому что каждый пытается выделиться, не смотря на других, а все-таки смотреть, как, что делают другие и как они это делают, это непременно нужно. Вот, без этого никак. И вот как раз на этой платформе можно посмотреть, выложить, поделиться, скажем так, подписаться на тех, кто вас зацепил. И это я могу скинуть, если что, ссылочку на данную платформу, если кто не видел, не пользовался. Опять же, зарегистрироваться на сайте Adobe, и можно использовать тот же аккаунт. В принципе, там под этим аккаунтом можно и Facebook, и Google, то есть они без проблем принимают, и можно под этими аккаунтами заходить, в общем-то, собирать свое портфолио и показывать другим. Вот. Опять же, вы можете выкладывать какие-то промежуточные действия, промежуточные работы и собрать таким образом полный объем. Вот. Кстати, вот также хотел уделить внимание по поводу вот этого выпускной работы и прочее. Я могу сказать, что домашние задания, которые, опять же, я надаю на своих курсах, да, они тоже не зря. И просто у меня есть несколько ярких примеров того, что происходило, то, что вот люди чем мне делились. У меня был случай, когда одна девушка по, скажем так, окончанию двух курсов по иллюстратору подходит на последнее занятие и говорит: мне удалось продать свое первое домашнее задание на стоке. Да, то есть, понимаете, тут вопрос, как вы относитесь именно к получению домашки. Многие относятся к домашке как буквально, знаете, как школьник, типа, что-нибудь принес, там, где списал, и ладно. Вот. Но если подойти с этим более серьезно, то это можно же и положить в портфолио. Просто, к сожалению, в последнее время я смотрю именно то, что многие начинают относиться к тому, что, честно говоря, эту домашку даже стыдно вообще выложить где-либо, да, то есть поделиться. Но все-таки кто-то более серьезно относится к этому, и действительно там выкладывать такие вещи не стыдно. В конце концов, не забываем, что есть платформа та же самая Инстаграм, если кто там участвует, и это достаточно такая продвинутая бизнес-платформа, где тоже многие, помимо своей еды и куда я сходил, да, выкладывают все-таки серьезные вещи, то, чем занимаются, как они это делают и там подобные вещи. То есть здесь я тоже рекомендую тоже не игнорировать, если вы хотите искать работу и искать ее с помощью каких-то дополнительных источников. Вот.
Есть ли вопросы? Вот я вкратце рассказал, что потребуется. Уважаемые слушатели, пожалуйста, можно задавать сейчас Кириллу вопросы. Пока вы пишете в чат, можно я задам вопрос? Кирилл, а где, да, как можно составить портфолио дизайнеру, который... что-то уже, какой-то свой опыт? Как быть в этой ситуации? Ну, ситуация достаточно сложная, но, скажем так, не такая, чтобы критичная. Да? Во-первых, как получить свое портфолио, не имея работы? Ну, давайте для начала. Первое, вдохновляйтесь, смотрите на то, что делают другие. Опять же, это никто не запрещал. Да? Ведь все равно есть определенные тренды, и они временные. То есть сегодня модно одно, завтра другое. Следите за трендами. Да? Смотрите какие-то то, что делают другие, и то, что вам нравится, что они делают. Попробуйте повторить их стилистику. Опять же, если у вас получается это все хорошо делать, это прекрасно. Да, не игнорируйте зарубежные источники. Я согласен, что с точки зрения дизайна за рубежом все в прекрасном порядке, там все идеально. Но я могу заметить, опять же, я общался со многими людьми, кто у нас подключался по вебинарам из-за рубежа и с нами общались в этом плане, то я могу сказать, что там очень серьезно хромает подача информации, как пользоваться инструментами. То есть Photoshop, Illustrator, InDesign, вот с чем я в основном работаю, там действительно в серьезном провале, потому что, во-первых, это дорого, а во-вторых, это все из серии «не понял, проехали, все». Да, то есть никого не спрашивают, всем понятно, не всем, до всех ли дошло то, что я рассказал, там это никому не интересно. За полтора часа нужно рассказать это, кто не успел записать, до свидания. То есть и вот все в таком духе. Поэтому можно сказать, что как информационно, да, как пользоваться инструментами, мы здесь, скажем так, даже не сравнимы. То есть по сравнению с рубежом мы идеально. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, может, стоит рекламу дать во Франции, там где-нибудь. Вот у меня был из Лондона человек был, у меня был из Швеции человек, у меня был из Франции человек. Поэтому, может быть, как-то тоже потихонечку распространяться. Вот, пусть учат русский, в конце концов. Вот. Кирилл, ну, пока вот вопросов нет, можно я тоже еще прокомментирую. Часто общаюсь с нашими слушателями на карьерных консультациях, встает вопрос, где можно искать вакансии именно дизайнером. Для этого я сделала такой сейчас небольшой список, какие есть варианты, может быть, вы прокомментируете тоже как специалист. Насколько я понимаю, есть как международные биржи фрилансеров, так и наши отечественные. Также есть множество групп в соцсетях, какие-то примеры, да, вот сейчас я на слайде разместила, и телеграм-каналы. То есть работные сайты типа HeadHunter и SuperJob – это не единственный вариант поиска. И также на сайтах на биржах по фрилансу также можно получить свои первые заказы и сделать портфолио свое. Ну, смотрите, здесь даже больше не то, что получить какие-то заказы. К сожалению, вот особенно там типа фрилансера, там действительно такая-то серьезная битва, как говорится, и серьезный демпинг идет цен, что буквально, чтобы сделать визитку, чуть ли не за 50 рублей придется это делать. Но тут, знаете как, вот, по крайней мере, такие платформы удобны с точки зрения тренинга. Да, вот сейчас задали вопрос, а как мне набрать свое портфолио, если как бы я не знаю, с чего начать? Вот как раз вот здесь, на этих платформах можно брать не то, что заказ там для себя, да, можно, конечно, попробовать и побороться, и сказать, что вы сделаете дешевле, вот. Но также можете просто взять для себя вот то же самое творческое задание, которое нужно выполнить, и попробовать выполнить его вообще в принципе. Да? То есть не связываясь там с работодателем, а просто для себя, чтобы это было как копилку. Или посмотреть, почувствовать свои силы, да, насколько вы готовы. Может быть, что-то подтянуть потребуется, чтобы по времени это затрачивать меньше. Потому что это, знаете, вот если сравнивать, опять же, вот если я пойду искать там ту же самую, да, какую-то задачку себе, вот, то буквально там со студентом я не буду бороться, потому что мне это будет не нужно. Из серии я могу это сделать, но за неделю, не потому что я буду делать это неделю, а потому что я только свободен буду через неделю и сделаю это за 2 часа. А студент скажет, я за неделю это сделаю, но дешевле, и будет всю эту неделю делать. Да, вот тут важно, чтобы
вы могли увеличить и скорость работы, да, опять же, благодаря нашим курсам, да, где можно действительно серьезно подтянуть себя в этом плане и почувствовать силу, насколько вы готовы вообще к таким заданиям. Спасибо. Так, уважаемые слушатели, задавайте вопросы, можно голосом, сейчас самое время, можно прямо включить микрофон и спросить в прямом эфире, не стесняйтесь, пока не вижу вопросов. Хорошо. Кирилл, вы пока с нами до конца? Да, да, я с вами буду до конца, конечно. Кирилл, с нами? До последнего. Да, если будут вопросы, тогда мы к ним вернемся. Сейчас я далее к выступлению приглашаю компанию IKEA. Ольга Тютина, пожалуйста, подключайтесь. Я включаю вашу презентацию. Да, спасибо. Оль, я вас, правда, практически не слышу до сих пор. Остальные слушатели как-то хотя бы меня слышат? Не слышно. Ну... Плохо слышно. Окей, я думаю, главное, чтобы... Угу. Главное, там, вы меня услышите, когда переключать. Ну, собственно, можно уже переключать, это была заставка. Дорогие друзья, я хочу всех поприветствовать. Мы приветствуем по-шведски друг друга. Hey, это означает привет по-шведски. Почему мы акцентируемся, собственно, на шведской терминологии иногда, ну, даже не на терминологии, на наших корнях, потому что, да, компания была рождена на юге Швеции. Оля, если можно, на следующий слайд. В 1943 году, то есть в этом году нам исполняется уже 23 года. Оль, переключите, пожалуйста, на следующий слайд. Ага, спасибо. И я думаю, что многие... Не-не-не, верните, пожалуйста. Переключается немного с задержкой. Я думаю, что многие из вас уже знают... Еще раз. Переключается немного, да, с задержкой, так что спасибо. Не волнуйтесь. Ага. Все, поняла. Наверное, многие слышали о нашем основателе Ингваре Кампраде. Это великий человек, который стал предпринимателем в очень раннем возрасте, буквально с 5 лет он начал уже продавать своим соседям-фермерам спички, открытки, разную мелочь, такую как календари, и продолжил свой бизнес, и уже в 17 лет зарегистрировал, основал компанию IKEA. Собственно, вот это вот предпринимательство, предпринимательский дух Ингвара Кампрада, так же, как и многие черты шведского народа, заложили, наверное, основу наших ценностей, о которых чуть позже поговорим. И также Ингвар Кампрад молодец, он увековечил память о себе, о той местности, где он рос, в названии компании. Я думаю, что некоторые из вас знают, может быть, для кого-то это будет новостью, что IKEA – это не просто приятное сочетание букв, звуков, а это аббревиатура, которая означает первые две буквы – это Ингвар Кампрад, это имя, фамилия нашего основателя, и Эльмтарют – это название фирмы, где он рос, а Гунарют – это имя церковного прихода, который объединял несколько, ну, вот этих вот дружественных ферм, семейств, соседей. Оль, если можно, дальше давайте. И давайте поговорим, наверное, сильно сейчас не будем концентрироваться на нашей истории, так как времени очень мало. Поговорим о том, что такое IKEA сейчас. Сейчас IKEA в мире – это больше 200 тысяч сотрудников. Мы находимся на данный момент в 52 странах, присутствуем практически на всех континентах. И российское подразделение далеко не маленький член семьи IKEA. И по количеству магазинов здесь мы даже некоторые континенты обгоняем, в частности, Австралию. И это такой наш большой повод для гордости по присутствию в России. Оль, давайте дальше. Как раз о том, что у нас есть в России, чем мы представлены. У нас сейчас есть 16 магазинов в разных городах страны, как правило, в самых крупных городах-миллионниках страны. Крупнейший в Европе, может быть, даже и во всем мире дистрибьюторский центр. 14 торговых центров мега. И если вы
Также есть еще собственные фабрики, которые работают не только на продаже в России, но и на продаже по всему миру. И ну, хочу сакцентироваться прямо на секундочку на том, что мы стали открывать новый формат точек взаимодействия с нашими покупателями. Это формат магазинов городского, точнее, господи, мы стали открывать магазины городского формата. Сейчас мы представлены в авиапарке, это IKEA Ходынское поле, и Мозаика. И очень скоро, буквально через месяц, открываемся в еще одном торговом центре популярном, бывший торговый центр «Золотой Вавилон», сейчас он называется «Европолис». Добро пожаловать, буквально через месяц, я думаю, будет анонс еще в наш магазин IKEA Ростокино. И также мы сейчас представлены дизайн-студиями в нескольких городах, это Тюмень, Санкт-Петербург и Москва. Спасибо, да, переключились. Да-да-да, переключайтесь, Оль. У нас сейчас в России работает больше 12 тысяч сотрудников. Это люди абсолютно разных возрастов, люди, там, недавно пришедшие в компанию и работающие в компании больше 20 лет уже сейчас. Такие у нас тоже есть, и их много. Это люди с разным жизненным опытом, с разным образованием, кто-то с образованием, кто-то без, с разными историями. И нас всех объединяет одна черта, одна мечта. Оля, давайте. Это мечта изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей. Оль, переключите. Ага, да, спасибо. Это вообще основа нашего бизнеса, наша миссия, это основа взаимодействия с покупателями. Всю нашу работу, все наши бизнес-процессы мы основываем на том, как это поможет изменить к лучшему жизнь наших покупателей, ну, то есть многих людей, которые, собственно, любят IKEA и приходят к нам регулярно. Нам нужны для этого соответствующие люди. Так, у меня что-то показывает какие-то проблемы. Ну, надеюсь, что меня видно и слышно. Нам нужны соответствующие люди, которые будут... Еще раз? Все хорошо, все слышно, продолжайте. Ага, спасибо. IKEA – это ценностно-ориентированная компания, и, Оль, давайте дальше на ценности. Мы верим в то, что единство, сплоченность, взаимопомощь, такая очень плотная командная работа является нашей основой и ведет к максимальному, к достижению максимального результата в бизнесе. Поэтому, да, у нас подбор происходит не столько базируясь на опыте, хотя в некоторые отделы, конечно, опыт и навыки очень важны, но и, ну, наверное, самую основную базу являются собой ценности сотрудников, соискателей даже на этот момент. Поэтому чуть подробнее тогда, ну, я сейчас не могу остановиться на ценностях, поскольку у нас очень мало времени с вами, но я думаю, что многие из вас, если придут к нам на собеседование и придут дальше к нам уже на работу, очень много узнают о наших ценностях и поймут, что мы вас, если подобрали, то подобрали благодаря тому, что вы с нами их разделяете. Давайте дальше, Оль. Одной из наших ценностей является культура обучения. Это такая важная составляющая нашей вообще культуры, нашей компании. Мы постоянно учимся, как друг у друга, так и на новых задачах, на новых проектах. Мы верим в то, что если растет сотрудник, каждый сотрудник, то растет вместе с ним и IKEA. И поэтому мы предлагаем, ну, наверное, такую уникальную, по крайней мере, в моем опыте, я первый раз с таким встречаюсь, что IKEA предлагает рост не только горизонтально, то есть не только вертикально, не только в той области, где у вас уже есть какой-то опыт и ну, подтвердившийся результат, подтвержденный, но и мы предлагаем рост горизонтальный, то есть многие сотрудники могут развиваться в разных направлениях. Сегодня он работает, ну вот если мы говорим о вашей аудитории, вы можете прийти к нам дизайнером, потом попробовать в продажах, потом захотеть перейти, не знаю, в аналитику продаж или бизнес-процессов. То есть мы предоставляем такие возможности талантливым сотрудникам. И как подтверждение, те директора, которые у нас сейчас управляют нашими большими, огромными и новыми магазинами формата S, они все выросли из рядовых позиций, то есть приходили они когда-то к нам обычными логистами, обычными сотрудниками ресторана, кафе и продавцами. И сейчас они уже выросли
до этих позиций, много лет работают в компании, знают все абсолютно о магазине. И как подтверждение, наверное, еще наших слов о карьерном росте, следующий слайд, Олечка, покажите, пожалуйста. Мы посчитали, ну, статистику сняли по предыдущему году и выявили такие цифры. Ага, у нас за 2019 год более 400 сотрудников сделали следующий карьерный шаг по карьерной лестнице. У нас больше 1200 сотрудников решили попробовать себя в новой профессии, перешли в другой отдел или подразделение. То, о чем я говорила, то, что, как правило, другие компании, ну, не часто предлагают. И у нас есть также огромная классная возможность переехать в другие страны, ну, города, естественно, по России, но и также в другие подразделения IKEA за границей, как на постоянные должности, так и на проектную работу. Проекты у нас бывают долгими, и, конечно, это классная возможность посмотреть реалии наших коллег за рубежом. Давайте, наверное, дальше. Оля? Да, переключила. Да, спасибо. Угу. Что-то, ага, плохо видно, наложилось два. Ага. Хочу рассказать о тех бенефитах, льготах, которые компания IKEA предлагает нашим сотрудникам, абсолютно всем. У нас одинаковый пакет льгот для сотрудников. Это официальное трудоустройство, все льготы предоставляют с первого рабочего дня, не с трех месяцев, не с шести месяцев, не от года, а прямо с первого рабочего дня практически все бенефиты доступны. Мы предлагаем конкурентоспособную заработную плату, которая также растет с ростом вашего опыта, с подтверждением вашей компетентности в IKEA. То есть она растет как зависимо от ваших навыков, так и просто ежегодная индексация у нас проходит. Мы предлагаем перспективы для роста и развития, о которых я уже рассказала, разные, в том числе международного развития. Разные контракты и занятость. Что здесь имеется в виду? Мы предлагаем как постоянную занятость, то есть постоянные контракты, так и временные. С чем это связано? С тем, что, как и у любой розничной компании, у нас есть периоды, когда нам требуется чуть больше персонала, чуть меньше, а для сотрудников это прекрасная возможность попробовать себя, показать, проявить себя за какой-то короткий период времени, ну, за период вот этого контракта, и далее уже приходить в компанию, ну, к знакомым людям, к знакомым менеджерам, понять, нравится или не нравится, и также для студентов это классная возможность, если среди вас есть студенты, попробовать себя в работе у нас в какой-то узенький промежуток времени. Разные контракты, имеется в виду, что у нас есть как полная занятость, так и частичная занятость от 20 часов в неделю, то есть где-то от 3 дней, и до 5 часов в неделю, ой, до 40 часов в неделю, это 5 рабочих дней по 8 часов. Есть вечерние смены, ночные смены, но не ночные, не во всех отделах. Про каминного, про отдел коммуникации и интерьеров расскажу чуть подробнее потом. Тут, к сожалению, у нас по временным рамкам чуть более узкие есть графики. Также компания IKEA предлагает страхование жизни и здоровья, добровольное медицинское страхование, включающее стоматологию, негосударственную пенсионную программу, льготное питание. Это реально классная льгота, потому что можно не готовить дома совершенно, если вы работаете пятидневно. И подарки на годовщины и праздники. Помимо этого, у нас есть много партнеров, и мы предлагаем много-много бенефитов, таких как там скидки от наших партнеров, это как наши арендаторы в торговых центрах, какие-то магазины, так это может быть и какой-нибудь туроператор, и фитнес с большой скидкой, ну, то есть партнеров у IKEA достаточное количество, чтобы получать много льгот в других сферах. И скидку на продукцию IKEA мы предлагаем также 15% для наших сотрудников. Давайте дальше. И уже, по-моему, мы переходим к нашим возможностям, к нашим вакансиям в отделе коммуникации интерьеров. Оль, давайте сразу дальше еще прощелкнем. Если говорить об отделе коммуникации интерьеров, коммуникации и дизайна интерьера, то здесь у нас делится отдел на три основных, ну, давайте назовем сейчас их подотделами. Это отдел
ну, называется у нас отдел, собственно, сюда входят графические дизайнеры, дизайнеры интерьера и дизайнеры сезонных коллекций. Я не стала расписывать огромные тексты про то, чем занимается каждый конкретно дизайнер, но написала тезисно те области, те основные зоны, наверное, с которыми работает каждый из этих дизайнеров. Графический дизайнер отвечает за навигацию, за все виды коммуникации в магазине и за позиционирование бренда. Дизайнер интерьеров – это тот, кто создает интерьеры, вот эти вот румсеты. Если вы приходите к нам в магазин и попадаете в какую-то там квартиру 36 квадратных метров, то вот, собственно, дизайнеры интерьеров как раз создают эти интерьеры. Они также помогают нам в офисных помещениях. Это, ну, уже наши кулары, то есть то, куда покупатели не попадают. И занимаются также дизайном ресторана или кафе, в зависимости от масштаба магазина. И дизайнеры сезонных коллекций занимаются витринами, инсталляциями, схемами магазина, покупательскими потоками, дизайном торгового пространства. То есть это как раз тот человек, те люди, которые, ну, определяют, как покупатель пойдет, на что он обратит внимание, зайдет он или не зайдет. Но мы, конечно, всегда стараемся, чтобы зашел к нам в магазин, если взгляд его задержится на витрине. Вот, собственно, примерно такое разделение. Более подробные тексты с нашими вакансиями и также понять, в каком именно магазине сейчас открыта какая вакансия дизайнера, вы можете посмотреть на сайте HeadHunter в данный момент. Давайте дальше расскажу о том, как можно, кого мы ищем на нашей позиции, что нам важно в кандидатах увидеть, чтобы мы приняли сотрудника на работу. Вернемся к расписанию. Я говорила, что у нас есть разные возможности по расписанию, но вот если мы говорим именно про отдел коммуникации интерьеров, здесь в основном всегда одно и то же расписание с понедельника по пятницу с 8 до 5, либо с 9 до 6. И, к сожалению, здесь на частичную занятость, ну, практически никогда не бывает вакансий. В основном мы стараемся взять сотрудников на полную занятость, потому что за 4 часа в день или за 3 дня в неделю он просто не успевает поспеть за сменой коллекции, за какими-то новыми вводными данными, которые там менеджер спускает раз в неделю в отдел. Так что сюда, к сожалению или к счастью, мы ищем на полную занятость. Мы хотели бы увидеть в наших сотрудниках, в наших успешных соискателях доказанные способности и навыки по эстетике. Не обязательно, ну, то есть мы не упираемся в то, что у вас должно быть образование высшее художественное. У вас могут быть дизайнерские курсы, но если есть хорошие знания основ композиции, колористики, эргономики, то, в общем-то, мы всегда готовы рассмотреть сотрудников и таких самородков в том числе, которые даже, может быть, нигде не учились этому и не имеют диплома, но обладают этими знаниями. Почему важна страсть к обустройству дома? Потому что мы, как уже я говорила о нашей мечте, мы делаем жизнь миллионов лучше, многих людей лучше, и те решения, которые дает дизайнер в своей работе, они должны вдохновить тысячи, если не миллионы людей на повторение там того или иного элемента у себя дома, какого-то стиля, может быть, да, внедрение какого-то стиля к себе в дом. Поэтому, да, вот эта страсть, она нужна, и вы должны, ну, мы должны ее видеть во всех наших сотрудниках, не только у дизайнеров. Драйв, энергия и энтузиазм. Почему важно? Потому что задач много. Действительно, вроде и сотрудников у нас в компании работает очень много в каждом магазине, но при этом задач еще больше, и без супер энергетики и моторчика за спиной, ну, сложно, наверное, дизайнерам будет выполнять все свои задачи. Написали компетенцию как жадность до новых знаний. Действительно, знаний очень много можно почерпнуть у нас. И мы хотим видеть у себя сотрудников, которые будут сами искренне желать научиться чему-то новому. И черпать эти знания они могут не только из нашего обучения, но и даже от наших покупателей. Собственно, любовь к покупателям, любовь к людям, любознательность,
Внимательность – это тоже одна из компетенций, которую мы ищем, она просто здесь не прописана, но это очень важно, чтобы дизайнер мог понимать, что нужно покупателю, как он покупает, основываясь на чем, что он ищет, как он ищет. Вот эта любознательность, она очень важна. Нестандартное мышление, креативный подход к решению любой задачи, и, наверное, сюда бы я отнесла еще способность быстро адаптироваться к изменениям, важны, так как мы очень быстро меняемся вместе с миром, мир просто какими-то гигантскими темпами бежит вперед в плане технологий, мы тоже стараемся поспевать и даже где-то опережать, и очень приветствуем такое нестандартное мышление, все ваши идеи, поверьте мне, будут восприняты с интересом, ну и если вы обладаете коммуникативными навыками, можете убедительно доказать свою точку зрения, то и они могут быть воплощены в магазине совершенно свободно. Оля, давайте дальше. Оля. Да, переключаю. Спасибо. И переходим, наверное, к тому, как можно откликнуться на нашу вакансию. У нас есть три способа. Я написала в порядке, ну, простоты, наверное. Первое – это направить резюме и портфолио. Спасибо предыдущим спикерам за то, что они рассказали, как важно портфолио. На нашу почту работа@ikea.com с указанием желательно магазинов. То есть если вы укажете один магазин, в котором вы можете работать хорошо, но лучше, конечно, указать там 2-3 магазина, в которые вы теоретически готовы были бы ездить, потому что не всегда вакансии открыты во всех наших магазинах. И очень просим вас для того, чтобы мы могли оценить, откуда у нас поток соискателей идет, указать в названии письма желаемую должность и обязательно учебный центр специалист. Второй вариант – это отсматривать актуальные вакансии на сайте HeadHunter, потому что, опять же, возможно, сейчас не будет вакансий в том магазине, где вы заинтересованы работать, но в дальнейшем просто желательно тогда либо подписаться на наши вакансии или просто периодически открывать нашу компанию на сайте HeadHunter и отсматривать наши вакансии. Третий вариант – у нас есть портал rujobsaboutikea.com. Не обязательно запоминать его, можно просто переходить с нашего сайта ikea.com/ru/ru в раздел «Работа IKEA» и там уже искать актуальные тоже вакансии. Просто сейчас не рекомендую это делать. У нас сейчас техническая ошибка, не все вакансии видны именно сейчас. Так, я сейчас, наверное, еще сброшу все эти варианты, как к нам откликнуться в чат. Да, Оль? Да, да, если можно. Ага. Так, и далее у нас последний, наверное, слайд. Это шаги рекрутмента, просто чтобы рассказать вам, что как проходит вообще подбор в нашу компанию. К сожалению, за пару дней мы бы очень хотели закрывать вакансии, но физически очень тяжело, и мы всегда очень тщательно отбираем соискателей именно во все наши отделы, а уж в коммуникации дизайн интерьеров особенно долго. И по шагам следующее будет происходить, то есть после того, как вы направите нам резюме, вы получите звонок от нашего рекрутера. Далее, после общения, если вы сходите, готовы на наши условия претендовать, он высылает творческое задание вам на почту. Затем следующий этап – это запись видеоинтервью, ответы на несколько вопросов, опять же, по ссылке, которую присылает рекрутер. В случае положительного решения по видеоинтервью творческое задание еще одно поступает на почту. И финально мы приглашаем на ассессмент-центр и на интервью с менеджером. Ассессмент-центр, естественно, там присутствует несколько кандидатов на вакансии дизайнера, и он длится порядка 4 где-то часов. У меня здесь присутствует еще коллега Татьяна Арбузова. Если у вас сейчас возникнут вопросы по шагам рекрутмента или какие-то еще вопросы, которые вы сейчас готовы будете задать, мы постараемся ответить максимально подробно. Ольга, есть вопрос в чате. Могу сейчас задать? Вот я вижу, какие ограничения по возрасту на должность дизайнера IKEA, верно? Ограничений по возрасту нет, у нас есть абсолютно разные возраста. Единственное, наверное, скажу важный момент, о чем забыла сказать, и спасибо за вопрос.
что он напомнил об этой важной составляющей работы в IKEA. У нас много физического труда, и дизайнеры воплощают все свои решения в жизнь самостоятельно. То есть дизайнер, ну, там, примерно, да, в разные периоды времени, в зависимости от задач по-разному бывает, но примерно 50% он планирует интерьеры и работает за компьютером, и 50% он в торговом зале, а это значит, что это работа со стремянкой, и потолки у нас достаточно высокие, и, в общем-то, бывает там и 4-метровые, я просто сейчас затрудняюсь точно сказать высоту, ну, там, примерно 4-5, наверное, метровая высота может быть. Это работа с шуруповертом, с тем же самым, то есть физически кандидат должен быть к этому готов, а так на возраст мы не смотрим. У нас разные люди приходят, абсолютно разных возрастов, ну и на пенсию тоже многие уходят из компании, а некоторые не уходят и еще задерживаются у нас. Спасибо большое за ответ. Уважаемые слушатели, пишите свои вопросы, пока есть такая возможность. В принципе, презентация достаточно полной. Если вопросов нет, будем переходить к следующему работодателю. Могу сказать нашим слушателям, что компания IKEA для вас специально прислала 3 вакансии, которые сейчас актуальны. И если вы подпишетесь на наш канал, вы обязательно их увидите. Завтра в Телеграме, ВКонтакте или в Фейсбуке. Ольга, спасибо вам большое за выступление. Да, спасибо вам за возможность. Приглашаю следующего работодателя, Ника Ефимова, студия дизайна интерьера Indizi.com. Да, здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, вас отлично слышно. Прекрасно. Я для начала представлюсь. Меня зовут Ника, я являюсь руководителем дизайн-студии компании Indizi.com. Сегодня хотела бы немножечко погрузить вас в сферу работы нашей компании и рассказать все там плюсы, минусы и все, что мы, извините, предоставляем. Можно следующий слайд. Наша компания занимается дизайном интерьера по всей России. То есть для того, чтобы сделать дизайн-проект, клиенту не обязательно встречаться с дизайнером, как это принято, а это можно сделать всего лишь в 2 клика онлайн. Мы там с вами сейчас не знаем, какая ситуация в мире, никто из нас там не уверен в завтрашнем дне, как будет осуществляться работа и так далее. Но одно я знаю точно, что сейчас жизнь, она в онлайне, и наша компания полностью перебралась в онлайн. Можно тоже, пожалуйста, следующий слайд. И сейчас расскажу вам про плюсы в онлайн-работе. Тут мы видим все преимущества, что это полная свобода перемещения. Ты сам формируешь свой график, ты работаешь исключительно на результат. Не тратишь время там, на деньги на перемещение в офис. И можно работать на несколько проектов. То есть, как работа у нас, вы можете вести какие-то свои отдельные на удаленной работе проекты. Далее. Также сложности в онлайн-работе. Здесь нужно обязательно владеть навыком тайм-менеджмента. То есть, если ты понимаешь, что ты в офис пришел на работу к 9 и там до 18:00, ты будешь сидеть и работать. Когда дома у тебя свободное время, свободное пространство, отвлекает очень много всяких важных вещей, тут нужно строго понимать, что там, пока ты не выполнишь задачу, то лучше не отходить. Дальше, что нет возможности выезда на конкретный объект, но это я скорее сейчас опровергну, чем подтвержу, потому что мы научились настолько работать в онлайн, что нам даже это необходимо. Недостаток живого общения. Тут тоже, скорее всего, опровергну. Раньше, если я так думала, то сейчас это нет. Мы постоянно все на связи. Zoom, Skype, WhatsApp, все что угодно. Мы все общаемся, мы видим друг друга. Это очень удобно, выходя из любой точки мира, в сеть, ты всегда на связи. Единственное необходимое оборудование для работы, это обязательно без компьютера, там вы не сможете ничего реализовать и сделать. Ну, рядом еда и кровать, это я не зря выделила для этого отдельный пункт, потому что это действительно так. Ты сидишь, и у тебя есть определенный соблазн уйти от работы, поесть, полежать. Это я сама с этим столкнулась, но это тоже нужно перебарывать. Следующий, пожалуйста, слайд. Здесь вы видите, что наши сотрудники, мы находимся в абсолютно разных городах нашей страны, и даже за ее пределами, но мы всегда на связи, мы шагаем в ногу со временем.
Наша компания хочет сломать рынок дизайна и ломает его. Стоимость наших дизайн-проектов, она ниже рыночных. Мы хотим донести до людей то, что дизайн-проект – это недорого, и что каждый может позволить его сделать себе и жить в той квартире, в которой ему очень бы хотелось. Следующий слайд. А можно еще следующий, видимо, они перепутались. Прекрасно. С лета наша компания начала развиваться по франшизе. В данный момент наша компания открыта в 27 городах, и это мы развиваемся по франшизе всего лишь с августа. Мы все работаем онлайн. Если, например, вы приобрели нашу франшизу в любом из городов, там, например, Москва, Ростов, не знаю, Питер, и вы продаете дизайн-проекты, то все эти дизайн-проекты, они отправляются в управляющую компанию, то есть делаем их всем в управляющей компании. Ежедневно к нам поступает там более 20 проектов в работу. Сейчас в студии ведется, здесь написано 80+, на данный момент у нас уже 100+ проектов в работе одновременно. В нашем штате работают 60+ дизайнеров интерьера. Что еще хотела рассказать? Здесь я написала зарплату наших дизайнеров. Здесь достаточно сильный разброс, потому что дизайнеры по-разному создают себе нагрузку. Кто-то берет один проект, кто-то берет 21 проект в неделю. И поэтому заработная плата здесь достаточно объемный вот этот вот разброс. Следующий слайд. Это про наших клиентов. Самое главное там для нашей компании – это клиенты. Мы ни за что не отпустим от себя клиента, если он не будет доволен своим проектом. Каждый сотрудник нашей компании понимает ответственность своей работы. Наши отзывы там, на всех площадках интернета говорят сами себя. Мы всегда добиваемся результата, который ожидает от нас клиент. Следующий слайд. За год существования компании мы завершили 1800+ проектов. Это огромный труд не только дизайнеров, но которые создают проект, это труд вообще, в принципе, всей компании. В нашей компании существует свой отдел продаж, который работает для того, чтобы EasyDesign существовал по всей России, не только. В нашей компании есть уже даже за пределами России. Не так давно мы закрыли Белоруссию. Надеюсь, что мы еще пойдем дальше, и у нас огромные перспективы. Ну и перейдем к самому важному, собственно, ради чего я здесь сейчас. Можно следующий слайд. Мы всегда в поисках молодых и целеустремленных дизайнеров, которые развиваются, которые хотят работать на результат, креативные, творческие личности. Эти люди являются лицом нашей компании, именно они выполняют дизайн-проекты, именно они общаются с клиентами. Это единственный человек, кого видит клиент, с кем он ведет полностью свой диалог. Мы очень серьезно подходим к подбору дизайнеров, и тем не менее у каждого дизайнера есть свои перспективы роста в нашей компании. После дизайнера вы можете стать нашим старшим дизайнером, а также можете стать нашим бренд-дизайнером. Мы всегда рады видеть людей и готовы их обучать. И, как уже говорили, важность портфолио, действительно это важно, но если у вас нет портфолио, мы всегда готовы дать тестовое задание. Вы начнете с малых продуктов, которые есть у нас в компании, там, с самых недорогих, и тем самым мы с вами, обучаясь, доберемся до самых дорогих проектов, которые вы можете реализовать, работая у нас в компании. В нашей перспективе открывать школу дизайнеров, и мы были бы рады там, каждому соискателю, который бы принял в этом участие. Спасибо вам большое. Я сейчас здесь продублирую, будет самым удобным способом. У нас есть вакансии вообще, в принципе, на всех площадках, в том числе и HeadHunter. Но я сейчас здесь продублирую ссылку в своей страничке ВКонтакте. На самом деле я очень люблю обрабатывать там все отклики. Это получается очень быстро и очень эффективно для меня и там для других людей, для соискателей. Я отвечаю намного быстро, чем нежели там рассматриваю отклики на HeadHunter. Да, безусловно, но это будет как не то, что стажировка, да, у нас даже когда мы нанимаем опытного дизайнера, у нас в любом случае есть испытательный срок, длится он 2 месяца, и у нас, в принципе, все вот эти вот
этапы устройства на работу все соискатели проходят одинаково. Будь это опытный дизайнер, будь это совершенно неопытный дизайнер, который только что, например, прошел просто какие-нибудь курсы в интернете. Мы в любом случае будем смотреть на человека, если он действительно хочет, если у него есть потенциал, если у него есть желание, горящие глаза, мы всегда рассмотрим и поможем ему устроиться в нашей компании, сделаем все возможное, главное, если есть желание. Если желания нет, тут, конечно, с этим тяжело будет. Как вы понимаете, потенциально все спросят работу, у них есть огромное желание. Как вы таким действием соискателя поймете, что у него есть желание? Он должен написать в сопроводительном письме или написать резюме? Даже если нет резюме, мы в любом случае рассматриваем каждый отклик, который есть у нас на HeadHunter. Далее, если есть портфолио, мы рассматриваем портфолио, если нет портфолио, то мы дадим тестовое задание. В тестовом задании это видно всегда. Когда человек создает дизайн-проект какой-либо, на тестовом задании мы даем совсем несложное задание, которое может сделать абсолютно начинающий дизайнер, который, говорю, еще раз закончил какие-либо курсы, там всегда видно, есть у него что-то там, какие-то элементарные знания в голове или нет. Безусловно, если человек не будет знать, например, вот я тут написала, что для нас очень важно знание программы ArchiCAD, либо AutoCAD и 3D Max. Если есть какие-то базовые знания, то мы можем слепить из этого конфетку. Замечательно. Спасибо вам большое. Я думаю, это спасибо вам. Для старта, для соискателей. Ждем ваши контакты в чате. Да, сейчас. Я увидела в чате. Нуждаетесь ли вы в начинающих 3D-моделях? Да, мы также разделяем вакансию как на 3D-моделях, так и на чертежников. То есть не в целом дизайнер интерьера, а также по этапам. Поэтому, если вы желаете, welcome всегда. Я говорю, к нам поступают работы 20 плюс проектов в день и в неделю. И мы всегда рады любым вообще людям, которые хотят работать. А у вас молодой коллектив? У нас очень молодой коллектив, у нас от, ну, наверное, до 35. Угу. Хорошо. Спасибо большое, Ника. И вам спасибо. Да, сейчас. Да. Пока переключаю на следующую презентацию. Компания «Авали Ремонт», Маргарита Витрюк. Маргарита. Да, здравствуйте. Меня слышно? Да, вас слышно, можно начинать. Все, отлично. Меня зовут Маргарита, я руководитель отдела дизайна компании «Авали Ремонт». Сейчас я вам немного расскажу про нашу организацию, кто мы такие, чем занимаемся и каких сотрудников, собственно, мы подыскиваем к себе в команду. Вот. Наша компания называется «Авали Ремонт». Мы относительно молодая компания на этом рынке, нам около 4 лет. Но могу сказать, что за это время мы успели войти не только в топ-10 лучших организаций, которые совершают ремонты под ключ, но и успели развить довольно-таки сильный и, так сказать, сильное отдел дизайна с большим количеством специалистов, которые именно помогают нашим заказчикам воплощать свои идеи именно в жизнь. Немножко предыстории, что, собственно, нас отличало в самом начале нашего пути, почему мы за такой короткий промежуток времени уже успели войти, то есть такой как бы небольшой круг лучших организаций. А самое главное – это то, что мы пришли сюда именно с пониманием того, что необходимо, то есть нашим заказчикам. Кто наш заказчик, какая у него воля, то есть какие у него есть желания и, собственно, чем мы можем, то есть, ну, помочь, то есть в данном случае. Итак, то есть чего они, собственно, хотят? Хотят наши заказчики прежде всего именно комфорта. То есть они хотят именно релакса, они хотят именно домой каждый вечер приходить в то пространство, в то помещение, которое для них будет уютным, удобным. То есть, по сути, то есть они хотят приходить к себе домой. И понимая, то есть как это создать, мы смогли сделать такую услугу, которая называется, то есть, ремонт под ключ. То есть это включает в себя не только, то есть, ну, как бы качественное проведение ремонта, то есть итог, это, я считаю, все-таки следствием. Но самое главное, что мы делаем, это мы создаем это пространство. То есть есть люди, то есть это наши специалисты, наши дизайнеры, которые именно путем того, что очень детально, грамотно прорабатывают данное пространство, получается на выходе то, что заказчикам нравится, то есть то, что они
то, чем они довольны, и то, что в дальнейшем, то есть, радует их долгие годы. Вот, то есть, по сути, мы создаем именно дизайн интерьера, который дает толчок всем остальным процессам, которые, соответственно, запускают один наш большой механизм. То есть, если мы переключимся на следующий слайд, то там я постаралась детально, то есть в четырех таких позициях, то есть кратко объяснить, что же нам все-таки помогает создавать, то есть этот целый единый, то есть качественный продукт, который в дальнейшем, то есть мы видим, то есть все, то есть мы и наши заказчики. То есть, ну, прежде всего, это современные технологии, которые позволяют нам не только ускорить, но и доводить некоторые процессы до абсолютного автоматизма. Также наша организация, она очень много инвестирует именно в новые технологии, в современное оборудование, в обучение, то есть в повышение квалификации наших сотрудников. То есть мы считаем это самое, то есть, ну, как бы одно из наиважных, то есть составляющих. А также, куда без этого, это грамотно проработанный менеджмент, который позволяет нам это все реализовывать. И последний то есть, в списке, но не последний, конечно же, по значению, и, на мой взгляд, так как я являюсь руководителем этого отдела, это является все-таки дизайнер. Дизайн-проекты, сам дизайн, который создает наша организация. То есть мы не просто делаем какие-то фантазийные, удобные, то есть, ну, как бы сказать, красивые, то есть фантастичные картинки, которые в дальнейшем просто остаются картинками, все-таки мы умеем их реализовывать. То есть наши дизайнеры, они обладают достаточным опытом и знанием, чтобы предлагать, то есть нашим заказчикам, то есть людям, которые к нам приходят, именно реальные решения, именно соответствуют, то есть их бюджетам, которые они, конечно же, то есть изначально обсуждают с заказчиком, и чтобы мы это в дальнейшем, то есть могли воплотить в жизнь, то есть они как в конце ремонта деньги закончились, и, собственно, уже когда-нибудь это будет потом. Нет, это не про нас, то есть мы уже, то есть научились с этим работать. Также еще немножко, то есть объясню, почему заостряю очень сильное внимание именно, то есть на этапе дизайна. То есть почему для меня дизайнер все-таки является, то есть, ну, важных, то есть составляющих данного процесса. Ну, прежде всего, потому что это человек, который все-таки раскрывает желания заказчиков. То есть он реализовывает идеальное стильное пространство для них. Если же он этого не может сделать, то, к сожалению, до всего остального мы просто не доходим. Поэтому в нашем случае мы очень много внимания, силы, желания уделяем именно развитию данного направления, то есть направления именно сферы отдела дизайна, то есть интерьера. В данном случае мы приглашаем, то есть, к себе всегда специалистов, которые идут с опытом работы, которые хотят реализовывать свои проекты, которым нравится это работать, ну, нравится, то есть, их работа, они любят общаться с заказчиком, предлагать идеи, умеют доказывать, то есть, ставить свою позицию, ну, именно грамотно, то есть, здесь это все происходит в формате именно диалога с заказчиком. То есть, есть желание заказчика, есть идея дизайнера, то есть, это все обсуждается, выясняется, то есть потребность заказчика, ну и, соответственно, накладываются какие-то интересные решения. Поэтому на выходе получается тот продукт, который именно нравится, то есть заказчику, то есть он чувствует это его. То есть дизайнер, то есть он также доволен своей работой, потому что он видит, что это действительно что-то интересное, то есть это действительно классно, и также его радует очень сильно, то есть реакция самого заказчика. То есть он видит именно, что он смог воплотить именно идею, вот это внутреннее желание, которое сидит в заказчике, то есть он смог его воплотить, то есть жить, то есть реализовать его. Вот, и, собственно, то есть каким образом все-таки у нас это происходит? То есть, прежде всего, дизайнер – это человек, которому прислушиваются. То есть это человек, который обладает опытом, знаниями, умеет объяснить, умеет интересно предложить эту идею, то есть вкусно преподнести. А это человек, который постоянно находится в взаимодействии с заказчиком. Они постоянно, то есть дизайнеры, участвуют в авторском надзоре. Они участвуют в комплектации проекта, то есть мебелью, декором, аксессуарами, в подборе материалов, согласованиями. Мы выезжаем в магазины, в салоны. Мы постоянно сопровождаем заказчика на каждом из этапов его работ. То есть тем самым человек, он себя не чувствует, что, допустим, выдали, допустим, смету, вот, пожалуйста, тебе вот мебель, картинка,
закупай, пожалуйста, то есть на свой вкус и цвет, и уже дальше, то есть ориентируйся сам. Нет, в данном случае у нас идет полное сопровождение от начала, то есть и до конца, пока заказчик полностью не заехал в квартиру, и мы постоянно с нашими заказчиками на связи, помогаем, подсказываем, если что-то изменяется, то предлагаем такое решение, которое будет не хуже предыдущего и точно, сказать, не испортит изначальную концепцию. То есть либо скорректируем, но это будет равносильное предложение, то есть это будет действительно интересно, то есть заказчику, и он по окончании, конечно же, будет рад этому. Вот. Если мы переключимся на следующий слайд, то я немножко могу даже подытожить, что, ну, как из всего вышеперечислено, что миссия нашей компании это все-таки является стремление максимально удовлетворить потребности наших клиентов на высоком профессиональном уровне, в разумные сроки и, конечно же, в рамках заранее оговоренного бюджета. Потому что, как показывает наш опыт, заранее оговоренный бюджет это, то есть это очень важно для наших заказчиков. Они хотят всегда понимать, сколько им потребуется средств, чтобы реализовать свою мечту в жизни. Конечно же, наша цель – это обеспечить лучший сервис для наших клиентов, повысить, ну, еще больше, то есть обороты нашей организации. Мы это, конечно, не скрываем, в этом нет ничего плохого. И, конечно же, собрать, ну, в данном случае уже расширить нашу компанию, нашу команду специалистов, которые также будут заряжены большой мотивацией, большим желанием создавать, воплощать, то есть выпускать в жизнь свои, то есть проекты, которые будут интересны и которые будут, то есть, ну, любимы заказчики, да, заказчиками, то есть в данном случае это их жилые пространства. Вот, а дальше, то есть я бы хотела переключиться на следующий слайд и рассказать подробнее все-таки о специалистах, которые мы ищем в нашу команду. То есть у нас на данный момент открыто две вакансии, которые, то есть, мне кажется, для людей, которые ищут как раз сейчас работу, будут интересны. Это как раз-таки дизайнеры интерьера и помощник дизайнера интерьера. А дизайнер интерьера все-таки, как мы его видим, это специалист, который все-таки сформировавшийся. Он хочет реализовывать свои проекты, у него есть идеи, которыми он готов поделиться, которые он готов обсудить, которые он готов воплощать, то есть, допустим, брать гибкость, то есть корректировать, которые именно нравятся, то есть изучать вот эти детали, которые именно любят работать, то есть с заказчиком. А за его знания, за его опыт, конечно же, организация, она предлагает достойную заработную плату, потому что мы знаем, что специалистов на российском рынке такого уровня, который мы ищем, очень много, они есть, и мы готовы именно предлагать им достойные условия работы. То есть те люди, которые, ну, как сказать, зарабатывают меньше, либо они не замотивированы и не проявляют особо желания, то есть зачем, собственно, человека заставляет, но и мы в таких людях, как говорится, вялых не заинтересованы. То есть от того, что люди реализовывают свои проекты, выигрывают абсолютно все. Вот. Если более детально посмотреть на описание вакансии, то есть, которую мы прикрепляем, то есть, но требуемый опыт работы, как мы уже поняли, не менее 2 лет именно в сфере дизайна интерьера жилых помещений. Не просто именно если человек был 10 лет в дизайне, он сложил там месяц один, месяц второй, месяц третий, у него набежал год работы дизайн интерьера, это, конечно, ну, не опыт работы. Как показала практика, когда человек по верхам прикоснулся к разным этапам в какие-то периоды своей жизни дизайн интерьера, то хорошего результата, к сожалению, то есть он не дает. А нам нужны специалисты, которые именно хорошо разбираются в различных, то есть этапах дизайн-проекта. Вот. А занятость у нас полная, мы работаем в офисе. Ну, в данный момент, конечно, некоторые работают удаленно с 10 то есть до 7 часов. У нас есть общий чат, с которыми ежедневно общаемся с сотрудниками. Доброе утро, добрый день. То есть какие-то вопросы, которые в час скидываются, у нас есть постоянная связь, то есть по скайпу, по зуму, то есть это абсолютно не проблема. С заказчиками также сейчас со многими идет связь по удаленке. То есть кто-то дома находится, кто-то за границей. У нас есть заказчики, которые ремонт сделали с нами удаленно. Также спокойно наловчились уже вести с ним онлайн-беседы. Вот, все-таки вернемся к кандидату. Требования, которые мы к ним предъявляем, это высшее профильное образование в сфере дизайна интерьера, отличное знание программ Archicad и 3D Max, потому что если нет этих знаний, то, к сожалению,
человек с необходимым темпом, он не сможет. То есть работать ему будет очень тяжело. То есть и поспевать за остальными, и информацию воспринимать, и выдавать проекты то есть в определенный срок, то есть который мы фиксируем. Вот. Также приветствуется опыт работы в таких программах вспомогательных. Сейчас токат, то есть это является вспомогательными программами. И для нас обязательным фактом является портфолио. Немножко то есть остановлюсь на нем. Портфолио – это та вещь, та визитная карточка, которую мы можем на какой-то процент понять, какой специалист стоит перед нами. То есть хотя бы частично мы можем себе представить, какой результат нам сможет выдавать человек еженедельно, ежемесячно, либо по окончанию то есть дизайн-проекта. То есть, по сути, практически то есть результат он не меняется. Вот. И, но, естественно, никто не отменял тестового задания. То есть иногда встречаются случаи, когда кандидатам помогают делать визуализацию либо чертежи их коллеги, либо это делал визуализатор, и тестовое задание перед финальным собеседованием, ну, конечно, это все выявляет. Поэтому наш совет все-таки реальные работы присылать. Вот. А чем, собственно, дизайнер интерьера у нас занимается? То есть, как я уже ранее говорила, он полностью общается то есть, с заказчиком от начала то есть, до конца. То есть мы дизайнеры не прячем от заказчика, мы никогда не ставим между ними посредника, то есть как между дизайнером, так и между другими членами нашей команды, которые помогают то есть, в проведении, ну, в реализации дизайн-проекта. Поэтому идет полностью взаимодействие то есть, дизайнера с заказчиком. Что-то, если, допустим, им непонятно, они могут напрямую задать вопрос. Не нравится, допустим, какая-то идея, это все обсуждается, это все корректируется, уточняется. Недопонял, то есть уточнил. У заказчика какие-то есть недопонимания или свет, то есть напрямую идет полностью взаимодействие. Поэтому момент такой, что недопонял или мне этого не говорили, этого нет. То есть полностью вся информация, она вручается в руки одного человека, и он может ей спокойно распределять. То есть он может также информацию передавать прорабу, передавать, допустим, каким-то подрядчикам, отделу снабжения, руководителю проекта, допустим, также с заказчиком какой-то взаимодействие. Поэтому мы можем контролировать полностью полную документацию, визуализация, подготовка технического задания для подрядчиков, то есть на изготовление каких-то индивидуальных изделий, то есть, будь это мебель, будь это какая-то интересная соделка, все изготавливается по техническому заданию. То есть от себя никто ничего то есть, не придумывает, то есть дизайнеру не перечит в данном плане. Также мы занимаемся и дизайнер, то есть он занимается комплектацией объекта, то есть он подбирает материалы, которые он включил в проект, передает в отдел снабжения, и они уже далее то есть, начинают полностью вести проработку, то есть по стоимости, по возможностям реализации, кого это можно приобрести в нескольких, в одной организации, более детально, допустим, прорабатывает ТЗ, ну и, допустим, передавать какие-то комментарии, то есть от подрядчиков. Ну и, конечно же, авторский надзор. То есть самое главное, мне кажется, для автора – это наблюдать, как его детище, его создание, оно будет реализовываться. И поэтому всем дизайнерам это всегда интересно, и полностью мы им выдаем карт-бланш, чтобы они это все контролировали и курировали. Вот. То есть, ну, грубо говоря, то есть следили за процессом то есть прохождения и ремонта. Не в плане прорабов, которые контролируют и подпинывают рабочих, нет. То есть они просто, они приезжают, они смотрят, чтобы все выполнялось по дизайн-проекту. То есть именно как они указали в чертежах. Но ответственность по части качества выполнения, сроков работ и предложений по реализации, конечно, у нас есть свои работы. В общем, штате, они помогают нам всегда. Вот. Что мы еще можем предложить? Это обязательно, то есть это творческая команда единомышленников, то есть все у нас ребята творческие, все очень любят. Где у нас еженедельно проводятся планерки, то есть дизайнеров, на которых мы можем поднимать различные темы, связанные то есть, с дизайном, от различных идей, трендов до различных интересных ситуаций, у которых там, у кого где-то возникали, то есть на авторском надзоре, в проектах,
Также мы проводим планерки, когда на них приезжают прорабы, они могут какие-то интересные моменты или предупреждение какое-то сделать, то есть для дизайнера. Смотрите, вот такой интересный момент, обратите, пожалуйста, внимание в своих дизайн-проектах или в дальнейшем, то есть обсуждайте там с заказчиком, допустим, какие-то нюансы. Также к нам приезжают подрядчики, то есть с которыми мы работаем. Они привозят очень большое количество образцов, отвечают на наши вопросы, рассказывают, где это можно применить, как это можно применить, что за свойства материалов. Делится, конечно, своими контактами, что в случае необходимости можно было очень оперативно с этим связаться. Вот. Также у нас дизайнеры посещают выставки, которые проходят в Москве, различные, то есть семинары, какие-то онлайн у нас есть курсы, то есть для повышения квалификации, то есть тоже мы в этом заинтересованы, это проводим. Вот. Какие-то мероприятия, которые также проводятся, мы их спокойно отпускаем, потому что мы понимаем, что это только во благо, это идет на обучение и на становление их как специалистов. Вот. Также все специалисты, ну, все сотрудники у нас трудоустроены, у нас оклад и процентная часть идет, то есть выполненных работ. Ну и, насколько я понимаю, для всех это очень важно, это близость нашего офиса от метро, то есть очень близко, буквально 2-3 минуты. Вот. И можем перейти к следующей вакансии. Это помощник дизайнера интерьера. Вот. Что это за должность и как мы представляем себе данного специалиста. То есть здесь уже человек, который... Я не скажу, что это прям студент, который без опыта работы. Все-таки это вакансия стажер, которую на данный момент мы пока не открываем, потому что, к сожалению, я не располагаю пока достаточным временем для обучения такого специалиста. То есть, как правило, это обучение идет с нуля. Все-таки наши заказчики – это не кролики, это живые люди, и экспериментировать на нем, есть у человека знание или нет, догадается или нет, мы не имеем права. Поэтому хотя бы маломальский опыт столкновения с дизайн-проектом и работы в студии все-таки необходим, то есть для вакансии помощника дизайнера интерьера. То есть это человек, который не сформировавшийся специалист, не сформировавшийся дизайнер, который опыт имеет, но его не направляли. То есть где оттачивать, что оттачивать, на какие пробелы обратить свое внимание. То есть, по сути, который просто работал сам на себя, но не понимал, правильно он это делает или нет. И с таким специалистом мы как раз-таки готовы работать. Но, конечно же, при условии, что у него есть очень большое желание обучаться. Что у него нет звезды, ну, что я сейчас приду и за месяц тут все как-то изучу, я молодец. Это все-таки специалист, который понимает, что эта сфера, она довольно-таки обширная, и учиться придется много, активно и, ну, как бы очень вдумчиво. Вот. И с такими людьми, конечно же, мы работаем. То есть если мы видим, что человеку интересно, он задает вопросы, он что-то изучает самостоятельно, он увидел, что вчера он, допустим, не смог выполнить эту задачу, он самостоятельно что-то изучил, либо мы ему подсказали, то есть где это найти, либо объяснили, и он уже на следующий день, он уже самостоятельно, то есть может эту задачу выполнять. Понятное дело, мы всегда помогаем, если это какие-то сложные моменты. То есть помощник дизайнера интерьера, он всегда прикрепляется к дизайнеру и имеет возможность участвовать в создании и в реализации проектов. То есть он участвует в мере помещений, ему объясняют, показывают, как правильно все-таки это делать, чтобы ни одна деталь не была упущена. Он наблюдает, слышит и присутствует при общении дизайнера с заказчиком, что вкладывается. Он видит процесс нашей работы, как это все происходит, по каким этапам. То есть он учится правильно, грамотно оформлять рабочую документацию, как мы работаем с визуализациями, как дизайнер умеет именно раскрыть заказчика и с первого раза согласовать свои визуализации, а не с 10-го или 150-го раза. То есть как нужно общаться с человеком, какие чертежи делаются, то есть насколько подробные. Участвует также в выездах на авторских надзорах, посещении салонов. В таких специалистах мы заинтересованы, потому что, когда он наблюдает весь этот процесс, он в нем варится, он учится, он понимает всю нашу кухню, и далее, то есть когда он проводит довольно-таки, то есть ну, у кого-то продолжительный, у кого-то нет, то есть этап именно работы, то есть в нашей компании, он может попробовать себя на должность дизайнера интерьера. И мы уже знаем, что этот специалист, он знает, как мы работаем,
что мы требуем, что требуется от дизайнера. Он очень быстро, то есть, вливается, то есть, в данную, как сказать, в данную сферу ответственности, в данную вакансию, и уже мы спокойно, как сказать, ну, мы спокойны, мы четко понимаем, что человек знает, как мы работаем. То есть он уже не будет допускать ошибки. Ну и плюс ко всему, время проходит достаточно обширно, мы уже понимаем, что это, как правило, человек, и уже знаем, чего от него ожидать, то есть через определенное количество времени. Вот. Ну, также все-таки нам необходимо портфолио, потому что кандидатов на данную вакансию всегда много, и естественно, когда у вас есть портфолио, когда вы стремитесь именно, чтобы стать специалистом, это ваше самое главное преимущество. То есть мы уже понимаем, какой материал, как с человеком работать долго, то есть меньше, и то есть насколько это человек, который будет впитывать информацию. То есть, ну, мотивация для нас очень важна. Ну и в конце, то есть самый последний слайд, который я сделала, мы указали здесь личные качества сотрудников компании, которыми все сотрудники обладают. Кто-то приходил, какие-то качества мы развивали, то есть какие-то качества человек сам развивал. То есть, но это вот самая, та самая основа, на которую мы обращаем внимание. То есть все это помогает человеку в работе, помогает человеку общаться, помогает ему реализовывать, то есть, свои идеи. Поэтому, то есть, человек уверен в себе, он упорно тусует к своим целям, то есть он может и работать в режиме многозадачности, ему это интересно, он замотивирован к развитию, он хочет и умеет работать в команде. Команда – это не только помощник и дизайнер. Это все-таки прораб, это рабочие, руководитель проекта, отдел снабжения, подрядчики, менеджеры, сам заказчик. То есть очень много людей, которые взаимосвязаны. То его просто ждет успех в данном случае. Вот. Ну, естественно, одно из важных составляющих – это ответственность, честность и внимание к деталям. Все это вкупе просто… То есть обязана привести человека к успеху. Маргарита, спасибо большое за ваше выступление. Уважаемые слушатели, если к Маргарите вопросы, пожалуйста, напишите. Был вопрос в чате, какой функционал у помощника дизайнера. Маргарита на него ответила. Маргарита, если можно, ваши контакты, куда отправлять резюме? Контакты, да. Я свои контакты укажу, то есть вам направлю, и на почту необходимо прислать резюме, либо с ссылкой, то есть либо с прикрепленным, то есть портфолио, то есть, ну и, соответственно, резюме с опытом работы. Это все будет в обязательном порядке мной рассмотрено, и я стараюсь отвечать, то есть, каждому кандидату, потому что каждое письмо, то есть, я рассматриваю, и, то есть, в большинстве количества случаев, то есть даже указываю, то есть, допустим, ну, какие-то комментарии. И очень, с очень многими я людьми созваниваюсь лично, и даже на этапе, то есть телефонного интервью задаю, то есть очень много вопросов, которые также мне помогают понять человека. Если можно, в чате напишите, пожалуйста, электронную почту, куда отправлять резюме. Да, конечно. Отправлю. Так. Хорошо. Какие-то еще есть вопросы? Вопросов в чате я не вижу. Я думаю, тогда мы будем подходить к завершению. Сейчас Маргарита напишет в чате почту, можно будет уточнить. Либо данные вакансии мы также компании «Авали Ремонт» размещаем у нас на наших ресурсах, в социальных сетях. Подключайтесь, и там тоже можно будет узнать. Уважаемые слушатели, мы сейчас будем заканчивать. Спасибо всем, кто к нам присоединился онлайн. Спасибо всем спикерам. Если возникнут какие-то вопросы, можно их отправлять мне на почту. Присоединяйтесь к нашим социальным сетям с вакансиями. Мы постоянно там публикуем вакансии от наших партнеров. Также ждем всех вас у нас в учебном центре для обучения, для повышения квалификации, для профессионального роста и развития. Желаю вам всем творческой реализации и быстрейшего и скорейшего устройства на работу. Со всеми прощаюсь. До новых встреч.